В данном видео вы узнаете анонс и дату выхода очередной 84-й серии сериала «Клятва». Как мы помним из предыдущих серий, Нарин и Кемаль принимают дома представителей органов опеки. Они должны показать им, в какой счастливой и спокойной семье живет Масал. Кемаль, глядя в глаза Нарин, рассказывает организаторам опеки, что никогда не верил в любовь с первого взгляда, но оказывается, она действительно существует. Джемре делает все, что в ее силах, чтобы выйти сухой из воды, поэтому приготовила новый коварный план. А посмотреть 84-ю серию вы сможете 26 сентября.